Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, дорогие участники нашего совместного проекта «Любящие сердца». Пришло время подвести итоги за июнь месяц. В этом месяце у нас много готовых работ и есть хорошее продвижение. Я приглашаю вас к просмотру. Давайте насладимся и поддержим наших участников. Также я хочу напомнить, что наш совместный проект продлится до 1 сентября. Но я подумала, так как 1 сентября – это сложная дата, многие будут готовить деток к школе, кто-то готовится к институту, да и вообще отпуска, я думаю, что мы его продлим дней на 10, и отчет у нас завершающий будет 10 сентября. Ну и на этой ноте я хочу пожелать вам приятного просмотра, ну и, конечно же, поддерживайте наших участников. Марина Лакиза вышивает в нашем совместном проекте целых два наборчика. Во-первых, это набор от фирмы «Алиса», будет всегда со мной рядом. Размер работы 37 на 28 сантиметров. Большой размер, и работа непростая. Работа у нас в сепии. Мы все знаем, что такие работы вышиваются сложно, но в оформленном виде смотрится всегда очень интересно и интерьерно. И у Марины полностью готов первый персонаж, мужчина, руки девушки, но осталось теперь уже вышить девушку. Мы, конечно же, все ждем продвижения, чтобы посмотреть полностью на эту готовую работу. И второй наборчик, это фирма «Сделай своими руками», называется «Мамино тепло». Размер работы 31 на 23 сантиметра, тоже немаленькая работа. Здесь вышивается мама, мишка и маленький медвежонок. Очень теплый, милый сюжет. Цвета такие зимние, бело-голубые. Потихоньку работа продвигается, и очень интересно наблюдать за ее ростом. Поздравляем Татьяну Фетисенко с готовой работой. Это, как вы знаете, золотое руно, называется «Первая любовь». Использовалась в работе 48 цветов, размер работы 33,6 на 33,6 сантиметров, такой квадрат. И канва здесь 16 каунта. Пишет Татьяна, что работой очень довольна, результатом очень довольна. Работа получилась красивая, яркая, позитивная. Пусть и в вышивке использовалась часто смена ниточки, тем не менее, эта работа будет теперь одной из любимых. И действительно, этот сюжет не может оставить кого-то равнодушным. Он очень нежный, очень теплый, и в нем много содержится приятных эмоций. К сожалению, фотография не совсем точно передает все оттенки, я это точно знаю, потому что у меня есть эта работа вышитая. Тем не менее, очень красивая работа, и Татьяна смогла вышить эту большую работу с полной зашивкой за время нашего совместного проекта. Еще раз поздравляем с этой замечательной работой. Ангелина Орлова присылает нам отчет по набору от фирмы «Золотые ручки» «Поцелуй» по мотивам Густава Климта. Вышивается данный набор бисером, и здесь можно долго рассматривать, любоваться, восхищаться и вздыхать над этими фотографиями, насколько здесь хороший подбор, как все замечательно смотрится, и все очень-очень переливается и блестит. Я с огромным нетерпением жду каждый раз отчет, просматривать, как получаются, какие продвижения у Ангелины. У Ангелины также есть канал на YouTube, вы можете перейти и посмотреть более подробно отчеты. Марина Филиппова присылает нам уже готовую работу и пишет: работа была закончена еще в мае, выложила в законченной работе, а сюда забыла. Дизайн от РТО М695. Вышла на Белфасте 32 каунта. Работа небольшая, несложная, даже бэк вышивался на одном дыхании. Цветов немного, схема логичная. Работа получилась очень нежная и трогательная. Попробую отдать на оформление на следующей неделе, но пока нет никаких идей по оформлению. Работа висит прикрепленной на стене, на виду, чтобы ее постоянно видеть. Может, какая-то шальная идея придет, как оформить эту красоту.
Очень мне понравились эти пяльцы от Нурги. Натяжка получается барабанная, канва хорошо зафиксирована, не надо постоянно подтягивать, не оставляет заломов на равномерке, не деформирует канву. Браво производителю! Ну и Марина, и вам браво за завершенную работу. Очень красиво получилось. И, конечно же, спасибо за участие в нашем совместном проекте. Ирина Серегина вышивает оригинальный набор фирмы Дом и Крафт «Дельфины в океане». Эта работа очень большая, 60 на 40 сантиметров, если я не ошибаюсь. Здесь много ниточек, яркая, красочная работа. И очень быстро все получается у Ирины. У Ирины есть и другие большие процессы, очень сложные, масштабные, которые она также отшивает в других наших совместных проектах. Все успевает. Молодец, браво за такую активность. Татьяна Буркица присылает нам отчет и пишет: «Всем вышивальщицам доброго дня и прекрасного настроения. В этом месяце я финишировала с работой от РТО «Слушай тишину». Результат превзошел все мои ожидания. Лесная фея получилась замечательно. Рада была участвовать в СП. Юлия, вам спасибо огромное за такие интересные совместные проекты». Спасибо вам, Татьяна, и, конечно же, желаем дальше таких же творческих успехов, быстрых продвижений и, конечно же, радовать нас вашими отчетами. Мария Ряжских присылает нам отчет по набору фирмы Риолис «Материнская любовь». Мария вышила уже поцелуи, это парная работа вышивается. Размер готовой работы 30 на 35 сантиметров. Используются 24 цвета ниточки, здесь шерстяные, и два вида бисера. Пишет нам Мария, что, как я и предполагала, волосы и украшения в них — это самая кропотливая работа. Но интересная. Планы на июль закончить эту часть процесса с волосами. Да, будет очень интересно посмотреть, как продвигается работа. Спасибо за красивую, хорошую фотографию. Ну и, конечно же, желаем шустрой булочки. Татьяна Муратова присылает отчет по набору Joy Sunday «Рука в руке». Вышивается на 14 каунте, используется 10 цветов мулине. Размер готовой работы будет 27 на 21 сантиметр, пишет Татьяна. За июль вышла всего лишь 500 крестиков. Во всем виновата чудесная погода. Ходим на речку, в лес, в поля, луга, за ягодами, травами, цветами. И просто подышать, понаслаждаться природой. Ну что ж, конечно же, это на первом месте, а 500 крестиков — это тоже продвижение. Замечательно. А еще у Татьяны появился новый старт. Это схема от Лили Виолет «Мой большой папа». Здесь используется 12 цветов мулине, размер 108 на 90 крестиков. Я буду вышивать на мешковине, поэтому размер в сантиметрах даже сама не знаю. Цвета ниток взяла из разных палитр. До конца СП, конечно, не успею вышить, но хотя собрала все материалы, подобрала и начала. А мы желаем вам удачи! Светлана Кузнецова продолжает трудиться над наборчиком от фирмы MP Studio. Размер работы 20 на 30 сантиметров. Вышивается на дизайнерской основе. Очень трогательный и нежный сюжет. Появилась уже одна ручка полностью, детская ручка появилась полностью. Ну и нужно постараться чуть-чуть, и будет уже полностью завершенная работа. Очень интересно посмотреть, как получится. Наталья Зенкина отчитывается по набору фирмы Овен и Дилия. Размер работы 30 на 37 сантиметров. Вышивается на иде 16 каунта. Здесь полная зашивка. И пишет Наталья: «У моей волчицы появились глазки, и это не может не радовать. Отшив идет легко, несмотря на частую смену нити в отшиве волчицы. Но если я устаю, перехожу на фон. Он зашивается большими участками». Этот наборчик действительно можно уже считать в своем роде классикой, потому что эти волки нравятся очень-очень многим рукодельницам. Его сейчас часто вышивают. И действительно, здесь интересная цветовая гамма, палитра, и очень приятная глазу. Мы следим за отшивом и желаем шустрой голочки. Марина Денисова представляет почти готовую работу.
Это дизайн фирмы Марии Искусницы, ласточки. Вышивается на канве 14 аккаунта Мулине Финка, 28 цветов. Пишет нам Марина, что вышиты все крестики, осталось только доделать бэкстич. Еще чуть-чуть. Ну, конечно же, нам очень-очень интересно посмотреть уже на полностью готовую, постиранную, поглаженную работу. Ждем заключительной фотографии, заключительного отчета. Отчет Галины Парадайз, которая вышивает набор фирмы Панна. Размер работы 24 на 32 сантиметра. Здесь используется 40 цветов и вышивается на 16 каунте. Пишет нам Галина: так быстро пролетел этот месяц. Основным процессом за это время у меня была пара белых лошадей, но и в испылюбящие сердца вышивка понемногу продвигалась. Старался вышивать хотя бы по чуть-чуть, и вот у меня почти выросло дерево и еще немного зелени на заднем фоне. Уже сейчас видно, что результат получается немного темнее и более насыщенным, чем на обложке, и это меня радует. К следующему отчету надеюсь обзавестись собственным мнением. Ну а мы, конечно же, будем ждать следующего отчета. Нам тоже интересно, как отшивается этот замечательный наборчик. Ну и мой отчет. Я вышиваю также наборчик фирмы Риолис «Поцелуй». Это уже классика, его любят вышивать девочки, особенно в нашем совместном проекте. И на самом деле продвижения в этом месяце у меня очень скромные, так как я начала с правого нижнего угла. И вначале все шло очень легко и быстро, но потом я столкнулась с платьем девушки, где идет часто смена нитки. Очень интересный такой переплетенный узор, который вышивается, конечно же, не так-то быстро и просто. Есть одиночки, что меня удивило. Обычно у Риолис редко встретишь одиночки, но здесь есть одиночки. Есть по два крестика, которые нужно вышивать и закреплять ниточку. И потихонечку, в общем-то, работа у меня подросла, но не так много, как хотелось бы. Я добралась до платья уже мужчины, там все попроще. Надеюсь, в следующем месяце я смогу порадовать и себя, и вас более хорошими продвижениями. И в завершение хочу напомнить, что по итогу наших совместных проектов состоится розыгрыш среди готовых работ. Для этого создан альбом в нашей группе ВКонтакте «Вышиваем вместе». Ваши готовые работы фотографируйте и, пожалуйста, добавляйте их в этот альбом. По итогу рандомным способом мы выберем победителя, который получит наборчик «Прекрасная балерина». Это сборка клубок «Желание дизайн Dimensions», в помощь органайзер по типу пака и книга о Греции, о Древней Греции, о самых таких важных местах, памятниках Греции. Хочется подарить немножко частичку того места, где я живу. И в этой книге есть как фотографии археологических мест, как они выглядят сегодня и как они выглядели в древности. То есть вы можете посмотреть, как выглядел этот памятник на самом деле в то время, когда он был свежепостроенным. Это очень интересно. Ну, на этом у меня все. Спасибо вам за вашу активность, за ваше участие. Желаю вам хорошего настроения. Ну и до новых встреч.